Но, как вы слышали, мы все-таки попытаемся оставить по программе деньги, кинешь мы остатки, так скажем, с поля, с волжанина, для беговой дорожки. Ну, девчат, А что там за средства? Сколько там необходимо? Что это надо по программе уточнять у департамента. То есть здесь департамент вам ответит лучше на этот вопрос. Потому что было софинансирование городского бюджета и области. Ну, в этом году есть какие-то перспективы у Волжанина? Да, в этом году будет заменено вот это прекрасное поле на искусственное покрытие. А вот мы были в тренажерном зале, были в тире. Тир, условия улучшились. Вот в тренажерном зале, в этой школе Олимпийского резерва, как думаете, на это тоже будет выделен какой-то... Вы знаете, администрация города Кинешмы мечтает построить новый ФОК. Очень им хочется увидеть в Кинешме бассейн, потому что во втором по величине в нашем регионе городе нет бассейна. И все это хотелось бы сделать в одном месте, чтобы и бассейн, и стадион, и всевозможные секции. Кирилл Александрович, вот вы сегодня услышали и о перспективах развития спорта в Кинешме, и о нуждах Кинешмы. Планируете ли вы лоббировать интересы второго по величине города региона, в том числе и в департаменте, может быть, в федеральной структуре со стороны Ивановской областной думы? Ну, слово «лоббировать» я бы не стал называть так, но помогать этому прекрасному городу, конечно же, мы будем. Все вопросы, которые задавались, и просьбы администрации Кинешмы, мы постараемся со стороны областной думы все воплотить в жизнь. Спасибо большое.